Но всем доброго дня. Вот суббота. Только что прошел ливень на стадионе, но я счел нужным не уходить. То есть вот работаю сегодня под крышей здесь. Как раз на распорках этого прекрасного чуда инженерной мысли. Значит, турники все заливает сегодня, но я сегодня на тренировке. Так что всем доброго дня, тренируемся. Завтра тренировка в додзе в 13:00. Форма одежды каратэ-ги. И обязательно всем подстричь ногти уже. Сейчас официально об этом говорю, чтобы не было травм. Значит, начинаем в 13:00, заходим за 5 минут. Всем доброго дня, будем на связи.